Всем привет! Когда присылали всякие всячины, и так буду разбивать на две части, чтобы вписаться в 20 минут до разрыва, там вторую выложу через день в другой. Поэтому без долгих предисловий начну. Очень замечательный дебютный альбом американцев Unibrarum. Достаточно долго относительно за ним гонялся, потому что прощелкал. Клюнул вспышку, это Die Hard Edition. Из дебютного альбома вместе с демками. Здесь есть такая штука, есть постер, есть такая вот хрень, которая говорит, что это не хухры-мухры. Die Hard Edition, знали. Есть наклейка, есть очередная нашивка на мой будущий пиджак от Армуни. И есть два замечательных винила, офигенно красивого такого вот цвета. Шикарная вещь. Мне вот эти парни нравятся, просто безобразие. Нашелся где-то, наверное, с доставкой что-то в районе 60 долларов. Что, на мой взгляд, очень себе приятная цена. Последний альбом Suffocation, Pinnacle of Bedlam. Здесь есть постер с этим самым мужиком с пиратов Карибского моря. Вот. Али американский Death Doom, посмотрим, такой AC Twitch. Очень-очень прикольный, смешной, подтешный и забористый. Здесь я себе, вопреки своей традиции, брать винил черного цвета, взял такой подстать музыки обложки. Такой кислотный, пурпурно-зеленый. Помимо всего прочего, тут у нас есть такой вот пузырек с зельем, который надо употреблять при прослушивании этого альбома. И опять же просто. Мессая, Гимта Румелин. Издание Смога Рекордс. Там они достаточно давно их все переиздавали. Что-то я тогда этот альбом себе не купил. Сейчас решил взять. Пусть будет. Incantation. Diabolical Conquest. Все альбомы для меня примечательны тем, что здесь в составе имеется гражданин Даниил Хачана, наверное, который рулит знаменитыми мексиканцами за часом. Здесь также есть постер. Да, может быть, когда-нибудь озабочусь, куда-нибудь повешу себе их на стенку, чтобы сели, а то жалко лежат. Бумбринджер, польский Black, коллектив. Это участники Cult of the Goals, если не изменяет память, ну или наоборот. Это их участники. Понятно. Это у нас, пардон. Ай, момент. Что-то перепуталось. А, да. Все нормально. Далее Moonspell. Анна Сатаная. Тоже недавно изданный. По-моему, сейчас скоро выходит Under the Moonspell тоже. Два очень хороших миника. Этих португальцев времен, так скажем, начала их деятельности. Это Cinnamorph Imperial Regimes, очень классный, это олдскульный техно-дезик 95 года. Картинка, смешная фотка участников коллектива. Далее Dementia Records. Еще раз, мы печатали первые два альбома не менее именитых американцев мастер, за что им большое человеческое спасибо. То есть они, как и Morphin Heritage, допечатывают свой винил, дабы не плодить эти любые порнографии, когда все продается задорого. И второй альбом, On the Seventh Day God Created Master, что он делал 6 дней, непонятно. Что было думать, надо было сразу создавать.
Dissection Live Rebirth. Это третий пресс на High Roller Records. Он имеется в двух вариантах. Какой-то там красный как сплат с чем-то, 250 штук. Я себе взял черный для коллекции. У меня есть трехдисковый вариант на красном виниле с бонусным пикчердиском, с интервью. Пришлось его еще тоже купить. По заслушаю дадут. Вот, у меня раз еще один есть. Бултровар. The Battle There Is No War. То есть, как говорится, на войне, как на войне. За переиздание от Back in Black. Винил у нас тут серый. Сегодня будет все быстро и скучно, потому что много. Так, это Convulsed Mode with the Abgad. Единственный, наверное, альбом, ремастеру которого я рад, потому что я предпочитаю альбомы не ремастированные, дабы слушать музыку так, как ее музыканты записали, даже если и звукач без руки. Но это больно, как это отвратительно звучит. А, здесь вполне себе нормально. Нидерландцы Танатос. Не голландцы, а нидерландцы. Потому что голландцы бывают сыр и хер. А посольство и Танатос, они нидерландские. Эти парни сейчас активные, пишут новый альбом к своему 30-летию. Далее пачка переизданий, скажем так, шведской в некотором виде классики от Century Media. Это The Morning, Blood from Stone. Вверх. Плакат. От них же церемония лос. Написано Pioneers of Twisted Melodic Death Metal. То есть под этот Death Metal, надо полагать, танцует твист. Было бы очень интересно посмотреть. Два винила, и что приятно, здесь наконец-то целый буклет. Что мешает это делать всем остальным? Я не понимаю. Ну, точнее, я понимаю, конечно. Больше денег хочется. Ну, блин, ну ни хрена не одобряю. Не так уж дорого это стоит, а ощущение повеселее. Гораздо приятнее держать в руках такой продукт. И, соответственно, главный, наверное, из этих трех пластинок — это Sacramentum, дебютный альбом Far Away From The Sun. В прошлый раз, точнее, наверное, в позапрошлый, у меня уже было издание на диске ремастрировано, теперь вот, собственно, винил. Далее пройдемся по микрофобику, сегодня тоже прикупил несколько пластинок. Это сборник демок Satanic Blasphemous на Flogga Records, вот, наверное, кстати, самый мой любимый у них, ну так, не альбом, а, наверное, продукт, альбом назвать сложно, или это компиляция. Микрофобик же. О, пардон. Микрофобик чуть будет дальше. Ладно, закончу с микрофобикой. Все было по-честному. Dark Side. Это уже Hammerheart. Они сейчас их, как Malevolent Creation, достаточно шустро переиздают. Это у нас The Nocturnal Silence. Это пластинка. И Disturbed Antichrist. Далее норвежский такой проект Told Funeral. Собственно, тут вы можете найти много того. Грузилку и прочих завсегдатаев детской комнаты милиции Норвегии тех лет. Народ кто бы мёртв или не бы мёртв, толка нету. Это дать дань памяти старым добрым временам. Далее семёрочка Doom Bringer, Sevenfold Pestilence, Carcass, Symphony of Sickness,
Ну, это опять же переиздание, Food Dynamic Range, бла-бла-бла, Вильям Черный, куча картинок, мечта патологоанатома. Без автора Биттернес, второй альбом, да, или первый, что-то я не вспомню. Альбом хороший, то есть разница запомнить, какую из них, какую нету. Надо брать оба. The Crown Eternal Death. Пустил там. The Crown The Burning, дебютный альбом. Был еще Hell's Here, но товарищ Стефанс Хайроллер забыл его положить. Равно как Сульфура и он, сейчас будем с ним разбираться долго и нудно. На тему длинные пластинки. На Palm Death, Harmony Corruption. Тоже переиздание. Наверное, мой у них любимый альбом. Да, в принципе, я только его у них, так, честно говоря, и очень сильно одобряю. Но зато нравится он мне достаточно. Это Dark Tranquility. Взял себе два миника. Enter Suicidal Angels. Собрая копия за номером 076. Из 500. Винил здесь типа Gold. Ну, проба не написана, не знаю. 88-й проба. И Night of the New Dead. Это Of Chaos and Eternal Night. Скоро односторонний. Это Edge, да, такой приятный слив. Тоже 500 копий. Моя скандинавка. Даже конверт подписан индивидуально, можно сказать, для данного конкретного винила. Это Intuit. По идее, так надо называть. Хотя мы в детстве называли Entombed и не парились. Ну, естественно, очередное переиздание. И рейк косит бабла. Кстати, если видели, они сейчас собирают деньги на издание Nocturne Supershow. Там народ стебется вовсю, типа, ребята, что у вас денег нет? Кикстартер, да, проект. Далее пачка Malignant Creation, это Workout. Да, это The Vinyl Dead. Номер 267 из 450. Impulse Black, это вот то, о чем мы говорим. Hammer Heart переиздают. Сейчас все это дело очень активно. Eternal, 95-й год. Первый раз на виниле он выходит, насколько я знаю. И демка 87-го года, в прошлом году изданная на FOVD Records, на 45-ке. Очень-очень такая классная вещь. Это именно слив. Ее. Так, сейчас, секундочку, я время посмотрю. Осталось 6 минут. Тогда успею. Далее Мартале. Это, сейчас скажу, как товарища зовут. Это Ален Дримус. Чувак, который на Снегуре Банжи там вживую участвует, играет на дудках. Но и сам вполне себе неплохую музыку делает. Этот альбом очень хороший. Есть еще один. Есть демка. Она распродана. А он пока сейчас музыкой не занимается, что очень жаль, где и займется. Inquisition, наконец-то в эфире попался первый раз. Главный пункт для меня – это Walking the Majestic Throne of Satan. Первый пресс на кассете этого альбома, то есть он в прозрачной кассете. Есть еще репресс в черном корпусе, репресс 100 копий. Этот вот 250 был. Демка канадца в этом. Это версия In Coffin Productions. Их было 333 штуки именно вот таких. Моя номер 196. Еще 101 копий было распространено непосредственно группой и по 66. Ну, всего 500, каким-то там азиатским лейблом, у них там всех разное оформление, надо при случае не собирать. Также подписался тут на Zero Tolerance Zion, там накупил, тут прочитал интервью с Каркасом, теперь очень с большим интересом жду альбом, как-то так
Билл Стир про него рассказывает, что появился интерес. Ну и приехала посылка с декабря, немножко не формат, списаю Shot Records, но все равно покажу. Ибо по трансу я любитель, наш соотечественник Пента. Новый альбом швейцарца Прокс. Чижик всем чижиком, чижик. Улыбает. Будь здоров. Crossing Minds. Это Goa Trans французский. Весьма себе неплохенький. Тут два альбома 10 и 12 года. Reactant. Это новый релиз, ну как новый, относительно новый на конец 2019 года от австралийцев Xenon Records. Тем, кто любит всякие там Psyproc, Minimal и так далее, можно покупать смело все альбомы этого лейбла, потому что там косяков нет вообще ни одного. И два релиза от Dat Records, это концерт итальянцев Этника, достаточно культовые товарищи, мы создавали кучу проектов. Один диски прикольные, один такой вот синий и один черный. Как какая-никакая, но кислота. Хотя там на самом деле кислоты не так много. Хороший был другого. И Blue Planet Corporation. Тоже ранняя работа, 93-94 годов. Тоже старый, добрый. Двойничок. Ну, собственно, вот, в ближайшее время разберу здоровенную коробку от Iron Bone Threat и также отчитаюсь. Надеюсь, там пропущенных пластинок не будет, хотя я уже этим немцам не верю. Косячат, только дым стоит, уже прошли. Все крупные затупили, ну, про Изенвальда говорить не буду, отдельная история, да, все остальные уже отличались. Ну, все, всем счастливо!